о судьбе казаков в настоящее время в Казахстане. Если они будут осуществлять ту функцию, которую они осуществляли у России, то есть, ну, чисто такую, как сказать, полицейскую функцию, то, естественно, в Казахстане они становятся пятой колонной. Есть некоторые неточные формулировки, скажем, вот убрать политику от казаков так нельзя. Я думаю, что точно так же, как любой гражданин Казахстана, как представитель любого народа Казахстана, казаки должны самоопределиться. Путину Владимиру Владимировичу от казаков исторического российского семиреченского казачьего войска. В связи со сложившейся ситуацией в семиреченском казачьем войске, исторически расположенном в Семиречии на территории Республики Казахстан, причиной которой послужили уничтожение Российской империи, развал СССР и появление независимой Республики Казахстан, вследствие чего семиреченское казачье войско оказалось оторвано от России полностью. На сегодняшний день в законе о казачестве Российской Федерации все исторические казачьи войска России реабилитированы и возрождены, кроме исторического российского казачьего семиреченского войска. Уважаемый Владимир Владимирович, мы просим вас, как президента России, реабилитировать историческое российское семиреченское казачье войско, инициировать перед правительством России вопрос о выводе семиреченского казачьего войска в полном составе с территории Казахстана в Россию. Рассмотреть вопрос о компактном расселении и обустройстве семиреченского казачьего войска на территории России. В случае невозможности рассмотрения скорого вывода семиреченского казачьего войска, просим рассмотреть вопрос о его статусе на территории Республики Казахстан. Заостряем внимание на том, что вопрос не стоит о том, чтобы переселить казаков и их семьи из Казахстана в Россию. Вопрос стоит о выводе, возвращении исторического российского семиреченского казачьего войска на родину, туда, откуда оно вышло, в интересах великой России. Ну вот, друзья мои, вы видели в начале, значит, это было 1996 год, где наша интеллигенция, клуб «Тамыр», собрались и, как я говорю, тололи воду в ступе. Воду в ступе. И хотели, значит, чтобы из осинки родились апельсинки. Понимаете, да? Поэтому я говорю, как вот Авызов, ты же там говоришь же, что надо, чтобы казаки самоопределились. Все прошло более 20 лет. И вот последнее видео свидетельствует о том, что казаки самоопределились, да, они воссоздали в полном составе, как они говорят, семиречье казачье войско и просят Путина, чтобы он их отсюда, значит, забрал. Или вы дальше будете сидеть в воду в ступе толочь? И вы там, и вся эта интеллигенция, я говорю, наверное, и Олжас Сулейменов, наверное, ваш друг, наверное, все будете там сидеть. Снова будете искать причину, как бы их здесь оставить. Но я говорю, если они сами просятся, надо помочь казакам. Тем более есть закон о репатриации казаков, который озвучил Путин еще в 2014 году. Ставропольский край. Поэтому надо, я говорю, не воду в ступе толочь, а помочь казакам, раз они этого желают. То есть в Новый Казахстан, я считаю, не должно быть, как вот правильно сказал в начале, в 96-м году, пятой колонны. То есть не должно быть семиреченских казачьих войск, либо каких-то уральских, еще каких, горькой линии. Не должно быть в новом Казахстане, который мы строим, вообще никаких войск. Есть одно войско, наше, казахское. И свои генералы есть, свои полковники есть. И нам этого достаточно. В общем, друзья, поддержите, пишите комментарии, ставьте лайки, продвигайте мое видео. Вы же видите, меня уже начали блокировать. Я думаю, это московские модераторы там сидят тоже. Либо вот эта вот интеллигенция. О которых, кстати, вот казах и сказал вот так. Сейчас я включу, что он говорит про них. Что это говорит, а мы создали эту интеллигенцию. Казаки восстанавливали мечети. И они оказали свою такую положительную роль
в развитии интеллигенции Казахстана.